Определить фальшивые деньги россияне и жители нашего региона, в частности, смогут уже в ближайшие дни. Поможет в этом обычный смартфон. Если на нем, конечно, будет установлена специальная программа для распознавания поддельных купюр. Такое мобильное приложение уже разработано. Авторы – специалисты государственного предприятия, который занимается производством денег. 18 января программу презентуют, и сразу после ее можно будет бесплатно скачать через специальные магазины приложений. Правда, проверить удастся только купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Россиянам новая программа наверняка будет полезна, ведь мы еще толком не изучили свежеиспеченные банкноты и не знаем, как отличить их от подделки.